з поверненням на MasterChef. Ресівір када ун. Червона команда. Ви одразу твердо вирішили, що маєте готувати олів'є. І навіть не думали над іншими варіантами. Саме тому і уявити не могли, що у вашій страві язик може бути в трьох різних варіаціях. Синя команда, ви ж навпаки, сумнівалися, експериментували, працювали над багатьма процесами одночасно, і як результат, у вашій страві ще більше складових, ніж треба. Так, у нас не було сирних кульок, але все інше на вашій тарілці відповідає оригіналу. Команда сині. Ви впорались з завданням. Вітаю! Боже, як ми радились, ми прям запищали, завіріщали. Ой, просто сатисфакція, не знаю. Червона команда, підходьте. Наталю, зараз ви маєте назвати ім'я найслабшого у вашій команді. У нас в команді і так два чорних фартуха. Тут третій, і Наташа Левінзон ні з того, ні з цього бере все на себе. Я. Знаєш, при чому тут ти? Ти пішла перша. Ти менше всього була в кімнаті. Я вважаю, це не твоя помилка. Ігорьок взагалі нічого у нас не угадав. Він там гриби якісь нагадав, курицю, якої там не було. Хто-то там вирішив, що щось якісь артишоки. Клопотенко був там довше всіх, правильно? Тобто я вважала, що оденуть Клопотенко, і, наконец-то, справедливість восторжествує. І він вчора одяг нас, а сьогодні оденуть його. Якщо я капітан, то я відповідаю. Tomando su decisión. Наталю, це ваше рішення як капітана. Тож знімайте ваш фартух. Слідно, що Д'Артаньян чи що? Я не могу, ну, по-другому. Я не могла нарядить никого из них, потому что вот такое, знаешь, бояться и вот это вот, знаешь, крысиное, это не я просто, понимаешь? Молодець, баба мушкетерша, поїдеш домой після чорних і все. Дивіться без перерви на рекламу. Дело в том, что у меня семья в духе минимализма. Состоит из одного человека, меня. Я ждал папа, что приехал. Батя, как всегда, отморозился и не приехал. Как бы ему, походу, вообще по барабану. Если бы батя приехал, было бы поярче все. Первым, кого я хотела увидеть, конечно, своего мужа. Мне очень обидно. Я считаю, что это, наверное, не мужской поступок. Да. Мы выходим, стоят две поверхности. Мы же там, когда идем одним глазом, уже смотрим, ты понимаешь? Ничего не надо там завоевывать, отбирать. Ножи, все нормально, соль, перец, ну вообще чики-пуки все. Классно. Ми завжди кажемо вам, що треба готувати з любов'ю. Але сьогодні ці слова набудуть для вас особливого сенсу. Сьогодні ми будемо готувати з любов'ю, я думаю, о, це мій конкурс, я завжди вкладаю любов в своє блюдо. Адже годувати ви будете екстраординарних людей. Я говорю, мабуть, або художників, або актерів якихось. Художників? Я взагалі не знаю, Пікассо жив або помер уже, якщо чесно. Актерів? І то не знаю нікого. Це може то, що Лудько кого-то покормила, знаєш. Ну ми стоїмо, що собі тут там дупля не чешемо, думаємо, ну хто там може бути? Я не знаю, хто там може бути. Хто завгодно. Ну як завжди, я вже привикла. Сьогоднішні гості, ребята, дуже хорошо вам знайомі. Більше того, ви знаєте їх привички. І підходять к воротам. Судьи наши открывают ворота, и заходят какие-то люди. Вот заходят люди, я думаю, боже, откуда я их знать могу, понимаешь? Я их знаю! Я своих уже вижу! Вижу
свою бабушку, я вижу дедушку, я вижу своего дядю. Это нереально. Просто вообще было нереально. Я знаю, что я тоже... Сон, не зрозумієш, де він себе життєво. А це взагалі моя мама. І зрозумієш, в мене просто наскільки такий вир емоцій, ну це ж мама, скільки я її часу не бачу. Мама! Дивися, там мене папа високий, папа мій йде. Ну все, я думаю, блін, мої приїхали. Привіт! Здрасте! О, компа! Здрасте. І крьосний мого брата, рідного Юри. Він в шокі, клас. Я маму дуже довго не бачила. Так як я працювала за кордоном, я приїхала досить недавно, буквально прямо перед проєктом. Я встигла приїхати до мами лише на день народження. І я після цього маму більше не бачила. Вас тут вже сильно замучили? Ще не дуже, я ще держуся. Блін, ну це такий кайф. Я стояла і просто не вірила своїм очам. І тут я бачу, що йде мій ребенок. Як діла, будь-яка? Дима, ее косичка. Потом я уже увидела, после того, как она начала меня обцеловывать, я уже увидела своего мужа Юрку, я увидела папу своего и увидела Сашу, это Дианин крестный. Мам, тебе папа что-то такое? Ой, спасибо! Ой, ты мой перчик. Ну, конечно, можно. Для кого же я их буду готовить? Для меня. И потом я смотрю, а там мама. Сестра? Племянник? Папа? Привет, привет! Привет, моя мама! Это конкурс, где нужно готовить для родственников? Эй, окей. Ну, я, короче, обрадовался, думаю, ну, для родственников, ну, что я вообще всю, мы собираемся часто с родителями, готовлю, да, боже, да, я вообще, все прекрасно. Так, теперь самое главное угадать, что я буду готовить, хорошо? Да, угадай. Бо я знаю вас, сейчас починається. Да, бо якщо ви будете, не угадаете, то, к сожалению, придется от вас отказаться. Я вас люблю, но шо важнее всего. И тут, короче, я замечаю два знакомых физиономии. Во-первых, мама, это, господи, я за ней скучал, это мой талисман. В сердце, которого я только понимаю, что ради нее готов на все, я готов выиграть. Ты так не плачь тихо, а то я тебя сам заплачу. Малая моя, короче, тут еще так нарисовалась. Ого! Я же так ты приедешь. Родные мои, блин, дойдите ко мне. Все рядом стоит. Даже кропать слеза пошла, так не по-детски, блин, я отвернулся там туда-сюда, таком, чтобы, ну, не видно было, что я сейчас плачу, блин. Только папы не хватает. Да, вот папы не хватает, ну ничего, папа на финал приедет. Да. Я говорю, мама, что ты плачешь, мама, не плачь. Я уже вижу своего мужа, своего кума. Я, о, божечки, ай, классно, боже. Я в обмороке все, смотрю, идет моя Соня, идет мой Панкевич, идет моя кума, божечки, идет Викин муж, ура! О, все, ну, в восторге, все родственники. Конечно. А ты красотка сегодня прям вообще. Мы старались. Смотрю, все вокруг пищат, кричат, ну, идут себе люди, идут, знаешь. И тут мой взор падает, я смотрю, мама, я первая, кого увидела, я увидела маму. Блин, блин, мама. Смотрю, ёханый бабай, муж. Аленка, Любка мои, это мои подружки, вообще там, тёлочки мои. Спасибо, вы хорошие. Что ты плачешь? Я не знаю. И муж с цветами, такой весь красавчик, я его так давно не видела вообще. Такой одетый хорошо. Ты меня любишь, да? Конечно. У нас с мужем первый раз за 6 лет длительное такое расставание. И самое трогательное было, это когда я поворачиваюсь, и у меня муж плачет. То есть он у меня не плачет никогда. Никогда. И тут я просто поворачиваюсь, вот эти, знаешь, мужские скупые слезы.
я начинаю там головой кивать, смотрю, мамуля рыжая моя сыпет нормально, братуха и жена. Ой, там здорово, там поцелухи, полизоны начали устраивать. Великая! На ажиотаже. Первым, кого я хотела увидеть, конечно, своего мужа. Я вижу свою сестру с племяшами, потому что их невозможно не заметить. Еще дальше мужчин. Вижу мужа сестры. Я вижу даже свою свекровь. Привет, привет. И когда я увидела спокойные глаза своей свекрови, я поняла, что с ним все в порядке. Просто он, как бы, наверное, проигнорировал это мероприятие. А для меня это значит, он проигнорировал меня. Да не бойтесь, что вы там? Тетя Катя нормально приготовила. Как вам мой причесывание? Лучше. А глазики? Ты такой красивый, ты такой замечательный. Хорошая? И я видела, что многие участники видят вокруг людей, которых они не ожидали увидеть. А получается, я не увидела человека, которого я ожидала увидеть в первую очередь. Я не ожидала. Мы хотели тебе сюрприз сделать. Получился. И я смотрю, подходит моя кума, моя Ленуся. Это моя кумачка приехала, библиотекарь. Каринка. БДСМ, а ну, знакомимся с ним. БДСМ, 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 знакомимся с ним. Я кажу, і мої мама теж впізнає, вона теж завжди все в золоті ходить. І по розмові. У мене родичі самі більш непальоніші, саму мову треба послухати. Вони стали за нами, я чувствую, це вже, знаєш, таке придихання родственників, які нас надихають на лучше, на свершення, на какие-то. Ми просимо вас оставити ребят. Обнимались, но так быстро, так скоро это время истекло, и они уходят. Нічого не підвіщало, ніякої біди, все було супер. І так як на минулому конкурсі Марина виграла, в них була краща страва, ніж у нас. Ну і логічно, що сьогодні Марина мала набирати для себе команду. І всі там вже, знаєш, там собі трошки шифрували, хто куди піде, в яку команду. І тут Марину так радують. Ви, Марина, безоговорочно возглавите команду. Но состав команди... Пускай определит его величество случай. Да! Конечно же, занервничали, потому что ведро – это всегда дело случая, это всегда жребий. Естественно, мы с Леной хотели в одну команду, потому что так как мы сестры, естественно, родственники у нас одни на двоих. И начинают вытаскивать по очереди карточки. Катерина Великая. Ну, думаю, ладно, ну, как бы, да, Катя нормально готовит. Первая мысль моя, ну, че ж мне так не прет? Черный фартук, два проигрыша в предыдущих. И тут я еще в команде Марины первая. Ильченко. Елена Панкевич. Женя Гергер. Ирина Драбик. Игорь Лысак. Ну что, все остальные команда красных? Капитана мы выбирали очень просто. А кто хочет? Ну давайте я. Юля хотела, да. Я действительно бачила, что у меня действительно классно лишилась команда. И мне захотелось сегодня, вот самое, потому что я действительно бачила нашу команду переможной, и я захотела быть капитаном. Все окей? За Юлю? Да, я за Юлю. І ми всі порозумілися і згодилися, тому що якщо ми програємо, ми будемо голосувати проти капітана. Я не знаю. Вам потрібно створити святковий обід для своїх рідних. Меню з 10 страв. Сегодня вы должны будете приготовить три холодные закуски, три основных блюда, какое-нибудь первое блюдо, но оно должно быть одно, и три десерта. Либо ваши родные смогут выбрать, что самое вы не хотите скуштувати, адже все страви, які ви приготуєте, будут подані на шведском столе. На приготовление
праздничного обеда. У вас будет 2,5 часа. Время пошло. Смотри, спокойно, идем. Спокойно, спокойно, тихо. Юля начала сразу. Так, ребятки, у кого есть фирменные десерты, которые узнаваемые, да? Кто, поднимет руку, кто готовы взять на себя десерт и скики, и скики? У меня, у меня есть один трюфельный торт, который знает мои точно. Хорошо. Это любимый десерт моей бабушки. Поэтому я знаю, что его бы они угадали из 1000 тортов, которые, из 1000 пирожных, что там валялось у параллельной бы команды, они бы мой все равно нашли. Розочки сделаю. Хорошо. Сразу вот Наташа Левинзон, она сказала, я буду делать розочки, там какие-то вот розочки. Денис Ельничак, он сказал, я буду делать трюфельный торт. Ну и, конечно же, Женя Клопотенко. Понятно, конфитюр. Я так скажу, моя семья, типа, десерты не ест, я просто буду делать то, что я сделаю десерт. Джем. Варенье. Да, да. Я сделаю тарт. Три десерта. Хорошо. Эй, я уже 4 года варю варенье, и я, мама мне помогала в этом, то, наверное, я сварю варенье. Даже здесь написано, я варю варенье. По варенью меня точно смогут узнать. Это узнать. Поднимите руку, кто хочет делать закуску. Раз, два, три. Приехала Вита, моя кума. Это салат с морепродуктами. Что ты говоришь за закуску? Ну, салат, узнаваемый. Там Аня говорит, я хочу типа мясо робити. Я хотела сделать жульен, потому что я стопудово уверена, что мои вгадают, потому что я не, ну, нарезаю не так, как все. Моя закуска полягала в том, что у меня дома, когда я приезжаю до мамы, это всегда не так, что мама, я еду, там готовься. То есть мама готовит то, что есть в холодильнику. Все так вот накидали все. И я решила сделать так, как делает моя мама. Это похоже на жульен. Основное. Так, основное. Основное. Что в тебе? Стир-фрай свинины. Основное я сделаю грузинское мясо. Значит так, приехал Коля, мой муж, это плов. Можно я, пожалуйста, сделаю плов? Все, 3 основных у нас уже готовы. Для кого известный суп? Кто может узнать суп? Да. Я сразу в голове. Приехал Паша, мой кум, это солянка. Все, поехали, девочки, мальчики. Все разобрано, все вроде довольны. Все задоволены тем, что по их стравах могут узнать их родные. Ну и я задоволена, мы начинаем работать. В той команде все ровно, да там Шелудько капитан, там все ровненько у них. Давайте по порядку, давайте обсуждать быстро, потому что 2,5 часа, давайте быстро. Начался балаган с самого начала, то есть не было какой-то там четкой стратегии. Марина говорит, что там, вы хотите готовить, все начали что-то выкрикивать. Юра, например, не ест какое-то суфле, крем-брюле и какую-то хрень. Мы должны сегодня приготовить то, что в принципе любят наши родственники, да. И я представляю, какой сейчас начнется дурдом. Кто-то любит, извините, крученики какие-то, кто-то любит борщ. Будем друг другу мешать, друг друга раздражать. И что буду делать я в роли капитана? Я тупо ничего не смогу сделать, потому что каждый будет сам себе петросян. 3 десерта надо. Какой первый? Я сказала, что я буду делать запеканку. Я делаю блинный торт со сливками. И потом мы решили все вместе, что на 3-й десерт у нас будет бисквит. Я начала перебирать мысли. Я же думала, что приедет мой муж. Я знаю все его любимые блюда. Но я готовлю свекрови. А свекровь у меня очень творческий человек. Она делает фарфоровых кукол. Она не ест мясо, она очень редко ест рыбу. Закусок, закуски какие? Я предлагаю курицы, грибы и сливки сделать вот такое вот. Типа жульен. Да, я такое делаю. Делай. У меня был сразу стратежный план о том, что если моя свекровь любит грибы, я сделаю акцент на грибах. Салат с морепродуктами. Женя говорит, Марина, я хочу сделать холодный салат из морепродуктов, потому что, ну, я люблю морепродукты, и мои знают, что я люблю морепродукты, и, скорее всего, я бы готовил именно вот это. Окей, Жень, иди готовь. Женя уже у меня занимается своим салатом. Мене по стейку впізнають соусом солодким. Я собі зразу мозгах придумала, як мене можна вичислити легко. Можна я зразу на 50-ку їздила, робила стейк з соусом чорної смородини. Типа кисло-солодко, але більш таким солодкувати. Думаю так, Шинка зі мною їздила, моя подружка на кастинг, на 100% блін гадає. Мама, мамі тим більше так само, мама так само не може вгадати за цією стравою, бо підготовка моя до 50-ки, це взагалі був для неї взагалі страшний сон. Делаем скумбрию.
запеченную, прям запечем, вот так потом по порции. Подходит ко мне Лена и говорит, что она хочет делать скумбрию. Она будет делать скумбрию в духовке. Я сказала, Лена, делай скумбрию в духовке. Вкусненько, много. Скумбрию, в принципе, такая рыба, которую едят все. Даже мой папа оценит. Да, давайте какие-то котлеты сделаем, чтобы моя семья тоже поделала. Тефтирки, фрикадельки. Так как у нас были уже стейки, была скумбрия, я решила, что еще мы сделаем котлеты. Кто будет варить суп? Все такие, знаешь... Я говорю, ну, Аша, нам блюда без супа оставили. Ну, это я. Ну, как бы я не была приверженной супа. А давайте сварим суп с вермишелью. С лапшой с домашней. Мои любят, когда я готовлю суп с лапшой. У меня любят это дети. Я иногда балую свою там семью этим супом. Поэтому я думаю, что мои тоже угадают. Карета, а что вы на первое готовите? Да ну скажи. Солянку. Что? Солянку. Сегодня у нас добрый день называется, не будем ругаться. Кто поругается, тот проиграл. Але, блин, коли починаєш готувати, розумієш, що комфорок не хватає. То десь там час не хватає. Наташечка, ну быстрее! Я вся в волосах! Стоит Наташа, делает свои ножки. Ты понимаешь, и мне реально присунуться негде. Мне негде работать, понимаешь? Так где работа где-то? Так что мне встать? Где мне встать? Скажи мне где. Подвинься хотя бы. Куда? Чуть-чуть, куда-нибудь. Я понимаю, что как бы что тебе надо много места, потому что ты не маленькая. Ну, елки зеленые, я тоже не это вот. Мне тоже нужно место. Пусть маленькое, но оно мне нужно тоже, извините. Наташа, койот отходит. Мы становимся Шелудько за одну досточку вдвоем. Я при этом режу грибы. Она берет просто так вот с плиты, отодвигает соус и бросает мне в мои грибы. Что вот это вы ставите, Наташ? Что ты хочешь, Юля? Ничего, нахрена ты ставишь сверху на меня? Уже принадоело, честное слово. Везде ставят, где мне ставить? И карета, значит, открывает свой хавальник, понимаешь? Я говорю, послушай, я говорю, не ори на меня, знаешь? Я говорю, я и так тут, ну, извините, ты стоишь полтора часа за этой поверхностью, режешь свое мяско со своими овощами великими, понимаешь? Ты нормальная вообще? А ты нормальная? Чё, давай я тебе так грибы поставлю и скажу вот так вот, пусть стоит. Иди вставай, иди вставай, иди вставай. Не, ну я там стояла, посмотри, сколько поверхности. Где мне работать? Что мне делать? Я перекрестилась! Я говорю, койот, кончай с этим делом! Наташ, ты что, издеваешься? Что ты орешь? Что за истерика приехала? Это правда! Что ты орешь? Полечи нервы! Сама лечи свои нервы! Дура! Уже смотрю, уже этот Эктор подходит и начинает, типа, чего вы поругались, знаешь, и мне уже неудобно, знаешь, думаю, какая-то, знаешь, как истеричка, понимаешь, устроила, как бы, вот этот, ну... Как мне сделать? Мне надо основное сейчас доделать, еще бежать на десерты, да. Понимаете? Я переживаю, что я просто не смогу это сделать все. Поэтому я раскричалась. Горячая кровь, понимаете? Да. Не могу я молчать. О, це я дуже добре розумію. Але ж ви сьогодні готуєте для рідних. Варто всі ці суперечки залишити за межею кухні. Для кого саме стараєтесь? Сьогодні на самом деле приїхала моя сестра двоюродна, її муж і діти. А чому не приїхав чоловік, діти? Муж з дітьми, просто как бы, ну, так вийшло, знаєте, що малому потрібно переходити в іншу школу, а у мужа как бы, по роботі, как бы, он просто вот, ну, не вийшло. Ну, мені теж жалко, повірте. Конечно. Ну, тепер я розумію, чому ви така знервована. Це тому, що ваша родина не приїхала. Ну, не засмучуйтесь. Може бути. Хорошо. Буду робити швидше. Спасибо, хорошо. Вже поділила на дві кастрюльки, думаю, все нормально. Знаєш, там поправила, заправила, короче, все, кришками накрила, до свидання. Забула я, наконец-то, за курицю. Я сьогодні взагалі в шокі. Ви мені такий подарок зробили. Ви мені такий подарок зробили, у мене мамочка приїхала. Мамочка. Так, у мене по состоянию здоров'я, я взагалі не думала, що вона приїде. У мене муж приїхав, у мене подружки мої приїхали. І я вирішила сьогодні їх порадувати. И приготовить стир-фрай из свинины со своим рецептом особенным, да. Потому что это мое коронное блюдо, потому что я его очень часто готовлю дома. Оно очень вкусное. И я точно знала, что если узнает мой муж и моя мама,
они Аленку и Любу гребут под себя. А є хтось у вашій родині, хто у вас не вірить? Звісно, є. Це моя свекровь. Это вообще, вы понимаете? Она мне, знаете, что говорит? Да что ты чудишь, а то тебя там не будет, тебя по телевизору не покажут. Я говорю, мама, я что, плохо готовлю? Но она вот не верит. Вона не верит, что вы тут, а думает, что вы десь отпочиваете на каникулах, или что? Не знаю. Наверное. Удачи. Спасибо большое. Подходит Эктор, и у нас случается вообще совершенно неожиданный для меня разговор. Эктор стал интересоваться тем, кто ко мне приехал. А дело в том, что у меня семья в духе минимализма. Состоит из одного человека, меня. Веду замкнутый образ жизни, и, как я уже сказала, на сегодня это мой выбор. Это не вынужденное обстоятельство. А кого бы вы хотели сегодня побачить? Наверное, это моя мама. Я потеряла недавно маму, а со своим отцом я не общаюсь, а об каких-то других близких не насчитываю. Мамы нет среди нас, и поэтому ее нет здесь сегодня. И все. Я дуже співчуваю вам, Аня. Але мені хочеться, аби ви більше відкривалися людям. У будь-якому разі приготуйте сьогодні смачну страву. Спасибо за такі слова. Я дуже вам признательна за них. Хорошо. Червона команда, там самі десертники в ньому. Mm-hmm. Ліцей ж Клопотенко буде варення, напевно. Ну, звісно, він же сразу сказав. Лівінзон солодкий, Дініска. У нас уже в духовці риба, у нас уже зроблен фарш для котлет, у нас уже жаряться стейки, у нас уже варяться суп, а Ігор чистить картошку. Давайте ставимо картошку варить. Сейчас, чистки, ставь часть хотя бы, Игорь, пожалуйста. Хорошо. Я ему говорю, Игорь, что ты делаешь? На что Игорь мне говорит, что ты нервничаешь? Сейчас, говорит, я ее кину и собирается кидать целую картошку. Посмотри на меня. Я знаю, это на пюре, все равно нету разницы, как ее резать, это на пюре. Чтобы она сварилась, очень важно, как ее порезать, послушай меня. Берешь и режешь вот так, я Игорь. Умею резать картошку. Ладно, я делаю, как ты хочешь. Тут Марина, блин, тебе... Что ты воду горячую поставил? Нужно в холодной. Зачем тебе разогретая вода? Ты ставишь картошку сразу в воде. Я в кипяченую хотел, чтобы она быстро... Ладно, хорошо. Блин, я просто... Пусть вода закипает. Я пока себе картошку накромсаю. Я в горячую воду как бы положу, она быстрее дойдет. Но у меня такова логика была. Игорь, тут воды забагато. Много 3 дня кипит. Хорошо. Я понимаю, что Игорь решил накормить целую роту, понимаете, так этим картофельным пюре. Игорь, свари нормально картошку. Я сварю, можешь не копать меня, сделаю, все нормально. Свари нормально, блин. Не ори. Я сразу почувствовала с самого начала, что к Игорю какое-то привзятое... То есть его сразу там спихнули в какую-то сторону. Меня это задело, но я понимала, что если я сейчас начну конкурировать с Мариной, это испортит вообще все работы. Что делать, пока картошка варится? Делай компот, сахарный сироп. И делаешь лимончик, сок лимончика, сок лайма. А давайте я с Игорем буду делать. Делай, давай. Я знаю, что с Игорем всегда нужно быть чуть ниже, чем Игорь. Как бы быть дипломатом. Я говорю, Игорь, давай. Концепция такая, мы берем цитрусовый, снимаем цедру, выдавливаем фреш, потом берем цукаты, берем консервированный ананас и делаем такой смузи-лимонад, потому что жарко, это будет вкусно. Игорю, бачу, вы готовите фреш та смузи. Що ж це? Хороша ідея. За допомогою насадки Citrus Press ви дуже швидко і якісно вичавите сік. І до того ж, у вас будуть вільні руки, тож зможете займатися ще якимись процесами. А хто ж приїхав до вас? Мама приїхала і дівчинка моя приїхала. Так? Да? І дівчинка? Так. Да. Нам цікаво. Бідна. А скільки ви вже з нею зустрічаєтесь? 5-й рік. Да? А чого ви чекаєте? Чого не одружуєтесь? Фундамент, как бы добиться развития в жизни, а потом жениться, чтобы как-то стоять успешно на ногах, как бы так.
А за какие шиши жениться? Денег и так, короче, тут на пачку сигар бывает не хватает. А тут еще свадьбу играем. Ну, говорю, надо какой-то фундамент тут топтать себе, там, чтобы на ногах стоять. Тобто, якщо ви виграєте на мастер-шеф, то ви одружитесь. Va a haber matrimonio inmediatamente. Придется, а что делать? Подумайте, ви зараз обіцяєте на всю країну. Тож, якщо виграєте, то все. Значить, придется, да? І все, я зрозумів, що таку клятву дав. Ну, я, мабуть, поторопился. Ну, блин, ну сказал Лектор, ну ладно, там мы все потом с ним, когда я выиграю, разберемся. Ну, короче, вижу, уже пирашечка, короче, подходит к готовности. Туда масилка и толкушечка, и валю. Так вижу, Лектор уже на том ряду. Женя. Да. Кто приехал до вас? Жена приехала, мама приехала и брат родной приехал. Я ждал папа, что приехал. Ну, я когда же шел на проект, он же мне сказал, что типа ты теля, ты не сможешь, я не верю в тебя. Да? Как-то так, да. Батя, как всегда, отморозился и не приехал. Как бы ему, походу, вообще по барабану, что тут происходит. Как бы он там на своей волне живет. Я с ним, как бы, у меня нормальные с ним отношения, как бы он мне как друг. Ну, как бы мы с ним нормально общаемся, все ровно, как бы. Ну, и ты конкретно, когда я пытаюсь чем-то заняться, как бы он не верит мне никогда. Я и в армию, когда я шел, он говорил, что типа, ты не сможешь. Ах, не смогу. Я специально пошел в армию, чтобы доказать, попросился в разведку. Ага. Выступал за часть там, по рукопашному бою. Ага. Я же из-за него пошел служить тоже в ВДВ. О-о-о. Уже в органах работал, в ВДВ служил тоже. Ага. Типа, отец бы приехал, я бы не знаю, что. Я... Да. Может, и слезу пустил бы. То есть, если батя приехал, было бы поярче все. Не приехал, да не приехал. Как бы встретимся дома. А что вы готовите для родных? Салат с морепродуктами. Да. Узнают по-любому. Да? 100%. Мама любит такое, как бы, она это готовила постоянно, и меня потом научила, как бы. Ну, может, у нее вкуснее, конечно, получается, но... О, дуже смачно. Удачи. Спасибо. Проходит половина конкурса, уже время к концу. Смотрю, Эктор идет. Спрашиваю, как у вас дела? Все дела. Спрашиваю, что готовлю. Говорю, суп, говорю, с фрикадельками и с лапшой. Домашний. Нормально? Ну, дуже приємний м'який смак. Вона говорить, вкусненько. Знаєш таке? Я така, все. Знаєш, все, Ектор сказав, крилля виросли, все. Можна супами йти в ресторан торгувати, понимаєш? Каріно, а хто до вас приїхав сьогодні? Ой, ви знаєте, я взагалі нікого не ждала, якщо чесно. Начал спрашивать тоже про мою семью, про все мои какие-то внутренние переживания, но это для меня очень тяжело. Ко мне сегодня приехала моя мама. Да? Да. А чому вы не ожидали на маму? Ну, у нас с мамой такие специфические очень отношения. В чем проблема ваших стосунків? У меня своя семья, у нее своя семья. Вот так. Увидимся мы не часто, довольно-таки редко. Человек у меня, мама, не выездный. Она вообще никуда не ездит. У меня свои дети, я забрала своего брата к себе на воспитание, ну и ее сына. Да. Вот, я воспитываю деток, она работает. То есть я живу для семьи, для своей, она живет с работой. Ну, как бы. Я сейчас пыталась ее уже перевоспитать, когда уехала. Вот где-то, может, даже в глубине души она говорит, да, я горда тобой. То она, ну, как бы она приехала. Все, побежал. Я зараз їх усі з'їм. Не голодный. Ну, сейчас блины будут. Со сливками. Хорошо, я хочу попробовать. Я ж вам хочу вот так сделать. Я делаю такие тортики. И, ну, о, я думаю, хорошо. Что... Ну, меня точно узнают по этим тортикам, потому что из всех делают... Я тортики такие делаю. По скумбрии меня 100% узнают. Я ее всегда делаю на природу. Да. По запеканке меня узнают. Я ее делаю. У меня ребенок уже год отучился в университете. Я делаю им туда. И причем все общежитие просит, чтобы я им делала эти запеканки. Очень вкусно. Все, хорошо. Я жарю. Это удачи. Работы куча, правда. Смотрю, я там, Марина, уже котлетки эти выделают.
Ира, смотрю, там все, мяско у них жарится. Великая жульен шикарный вообще. Екатерина. Здравствуйте, Екатер. З того моменту, як я з вами познайомився і почув вашу захопливу історію кохання, я мрію побачити, знаєте кого? Моєго мужа. Звісно! Но он не пришел, да. Почему? Ну, потому что он дал добро, конечно, на мастер-шеф, а теперь он очень ревнует и ждет, когда меня выгонят. Да? Да, да. Почему? Я начинаю шучиваться, что, наверное, как бы он меня приревновал к мастер-шеф, а как Эктор человек очень умный, он видит, что со мной, ну, как бы, что, ну, это неправда то, что я ему говорю. Он говорит, Кать, ну, это же... Ну, неправда, я говорю, ну, вы знаете, я вообще в шоке, что он не пришел. Мне очень обидно, я считаю, что это, наверное, не мужской поступок, и ревность взяла вверх, но ничего с этим не могу сделать, к сожалению. Он должен поддерживать, как муж меня, мы давали клятву друг другу. Притом мастер-шеф – это же не в горе, правда же? Это мое новое начинание, он должен в меня верить, а он хочет меня опять закрыть в клетку, чтобы я ему там готовила. Мені так прикро. А крім чоловіка, ви кого хотіли сьогодні побачити? Хотіла б бачити свою маму. О, і чому мама? Мама чому не прийшла? Тому що вона підтримує мого мужа і говорить, що я повинна жарити вдома котлети. Ні. Не участвувати ні в якому мастер-шеф, да. Я коли відкривала свою турфірму першу, вона мені теж говорила, ти не справишся, ти не зможеш. Ні. Да, да. Они не верят в меня просто всегда, в мои начинания. Вы знаете, Эктор, мне, если честно, я бодрюсь, но мне действительно очень обидно, что мама с мужем сговорились вместе, и два самых близких человека не приехали меня поддержать. Ну, Эктор, бывает такое, что сделаешь. Ви молодець. Я вірю, що ви приготуєте такі смачні страви, що вони потім будуть біля екранів лікті кусати від жалю, що не приїхали їх скуштувати. Спасибо, Ектор. Спасибо огромне. Далі ви побачите. Хто перша зайде? Мама моя! А моя порошок! Моя мама порошок! Сімейні розбірки. Юра, іди за котлетами. Какой конфетюр? Іди отсюда! Юра, покушай! Яковенко, я розведусь з тобою. Мама, іди! Ну я все, я знаю, що вони проголосують не за нас. Вони нажруться, вони йдуть до нас, якого хрена. Нажруться, як свині, бляха-муха, і все. Не пропустіть.